В Сирии сегодня новый теракт. В Хомсе у одной из школ произошел взрыв. По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник. Точных данных о погибших и раненых пока нет. Дети в Сирии все чаще погибают не только в результате нападений на школы. Как пишет британская пресса, в последние месяцы боевики начали вербовать мальчиков в передовые отряды. Издание «Гардиан», опираясь на данные ООН, приводит возраст вынужденных боевиков. Если в прошлом году на линии огня в рядах террористов встречались подростки старше 16 лет, то сейчас на поле боя все чаще остаются дети. Онлайн-версия газеты «Mirror» утверждает, что в окопах много 8-летних. Их силы отрывают от родителей, часто используют в роли разведчиков. Газета приводит еще один чудовищный факт. В зоне конфликта почти 3 миллиона детей школьного возраста. При этом ни один из них не был ни на одном уроке.